много приятных, я бы сказал, неожиданных сюрпризов. Один из них – это то, что сегодня будет звучать гимн. Гимн нашего фестиваля «Русское поле». Именно к этому седьмому фестивалю он создан нашим уважаемым членом жюри Александром Шагановым, известным поэтом, песенником. Он написал слова. А музыку написал Алексей Петрухин, который тоже достаточно известен в нашей стране по различным, ну даже не буду называть все эти телевизионные проекты, которые он с удовольствием в них входит и ярко представляет русскую песню. Но самое главное, каждый его выход на сцену – это событие, а это событие вдвойне, поскольку гимн. Гимн нашего фестиваля, он автор музыки, Алексей Петрухин, группа «Губерния», большой сводный хор фестиваля «Русское поле». Будет год, будет шаги.
Впервые прозвучал гимн фестиваля «Русское поле». Спасибо, Алексей Петрухин. Большой сводный хор. Мы сегодня, уверен, еще не раз услышим этот гимн. И хочется верить, что так и будет. Он действительно, действительно по праву станет гимном фестиваля на долгие-долгие годы вперед. Итак, уважаемые члены жюри.